9 мая в Баку состоялась торжественная церемония по случаю 71-й годовщины победы над фашизмом во Второй мировой войне. В церемонии приняли участие президент Азербайджанской республики, верховный главнокомандующий вооруженными силами Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева, председатель республиканской организации ветеранов генерал-майор запаса Дадаш Рзаев встретил главу государства Ильхама Алиева. Встретившись с ветеранами, президент Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева поздравили их с Днем Победы. Главе государства были вручены памятные подарки. Президент Азербайджана встретился с членами семьи дважды Героя Советского Союза Ази Асланова, поздравил их с праздником Победы. Президент, верховный главнокомандующий Ильхам Алиев возложил венок памятнику дважды Героя Советского Союза генерал-майору танковых войск Ази Асланову. Под звуки военного марша отряд почетного караула прошел перед верховным главнокомандующим.